Друзья, в этом видео вы узнаете, когда выйдет 243 серия турецкого сериала «Клятва» и что будет в 242 серии. 243 серия выйдет на экраны Турции 6 мая. В русской озвучке она будет доступна через несколько дней. Напомним, в 242 серии турецкого сериала «Клятва» мы увидим, что эмир, осознавший то, какую ошибку он совершил, испытывает угрызение совести. В это время будущих родителей ожидает сюрприз. Малыш начинает двигаться в животе мамы. Эмир испытывает огромное счастье от того, что малыш дал им возможность осознать свое присутствие первым толчком. Теперь, когда эмир постепенно становится мягче ко всему происходящему, Рейхан сталкивается с неожиданной реакцией из нового места. Нарин узнает обо всем. Получится ли у Нарин убедить Рейхан отказаться от идеи рожать? После увиденного Нарин испытывает счастье и наполняется надеждой. Ойя понимает, что все идет совсем не так, как она планировала. Поэтому делает все возможное, чтобы помешать новому ходу событий. С другой стороны, становится ясно, что, несмотря ни на что, Пелин еще не признает этого, но она не может оставаться равнодушной к Эмалю. В этот момент Пелин задает Нарин неожиданный вопрос. Что это за вопрос и как на него ответить Нарин? Не забывайте ставить палец вверх, подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы первыми смотреть наш выпуск. А также пишите комментарии, что вы думаете об этой серии. До скорой встречи!